Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Спартак» встречали именитых гостей. К ним пожаловали заслуженные мастера спорта России по фехтованию. Михаил занимается фехтованием 8 лет. За это время он не раз побеждал на различных соревнованиях. Его педагоги – опытные мастера, которые не один год работают в этой школе. Однако с такими учителями, как Ольга Коченева и Дмитрий Ригин, юному спортсмену удалось поработать впервые. Я очень рад, что «Спартак» принимает таких спортсменов, что раньше здесь учились, и прославленных, и народ узнает об этом. Этот мастер-класс прошел в рамках первого фестиваля олимпийского фехтования. Его организовали многократный чемпион России и Европы, обладатель командного Кубка мира Дмитрий Ригин и многократная чемпионка России и бронзовый призер Олимпиады в Рио Ольга Коченева. Очень здорово общаться нам с молодым поколением и им с нами. То есть им это полезно в первую очередь, это как поддержка. Мы им говорим, что наш путь был же такой же тернистый, как у них, и переживать первое поражение учим, как и так далее. Это очень здорово. Не случайно, что такие мастер-классы проводят именно в этой школе. Здесь занимались многие прославленные спортсмены, в их числе Дмитрий Ригин и Екатерина Дьяченко, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Рио в командном турнире. Это уже 5-я Олимпиада подряд, где выступали воспитанники «Спартака». После Олимпиады фехтование стало одной из самых популярных видов спорта сегодня и в Петербурге, и в России. Этой школе 45 лет. Здесь учат фехтованию на разных видах оружия – сабле, шпаге, рапире. Сейчас в «Спартаке» занимаются более 500 детей. Самым маленьким всего 3,5 года. Тренеры говорят, даже если их воспитанники не станут прославленными чемпионами, этот вид спорта поможет им развить лидерские качества.